никогда не приходилось петь на украинском языке. На русском много раз, но я вырос в России. Но очень-очень интересно петь на украинском армянскую песню с армянскими мелизмами. То есть организаторы не запрещали все это делать, что и радует. Я думаю, что конкретно моя песня должна понравиться слушателю, потому что когда я пел, когда я был в процессе, я получал максимальное удовольствие, и я, и вся компания, которая со мной участвовала на записи. Так что я думаю, и проект будет успешный, и песня будет успешная, и я думаю, дуэт очень правильно выбрали. Артов канцним чампан, кертам яристу. Артов канцним чампан, кертам яристу. Спасибо организаторам, спасибо тем людям, которые занимаются этим. И я очень рад, что знаменитых людей Армении, конкретно в музыке, и знаменитых людей Украины, конкретно в музыке, сводят в одну точку, да, это по-армянски хотел сказать, в одну точку и делают хорошее дело. Я думаю, что слушателю максимально будет приятно все это смотреть, не слушать, а еще приятнее будет на это все смотреть.